Так, 15 июня 2021 год. Харьков, на улице становится все темнее, а дубль становится все светлее. 21.57 по Киеву, дубль 3, и ISO теперь у нас 3200. То есть искусственно завышена светочувствительность. Венера уже спряталась, не будем на нее отвлекаться за отсутствием оной. Что я делаю? Мне при ISO 3800 я увидел абрис Луны, темной части неосвещенной. И теперь мне захотелось посмотреть, а как это будет выглядеть при еще больших высоких, более высоких значениях светочувствительности. Совершенно четко вижу, даже на экране фотоаппарата, на мониторе будет еще лучше видно темную неосвещенную часть Луны. Облачка немного нам, конечно, занижаю выдержку. Сейчас, наверное, надо на пониженной выдержке в резкость попасть. Ну, высокое ISO имеет свои недостатки. Видно эту рябь ужасную. Качество, конечно, изображения совсем не то, но зато мы реально можем видеть неосвещенную часть Луны. Хочу я все-таки, может, кратеры получится увидеть на неосвещенной части. Пока не вижу. Движение облаков вижу. Но так, чтобы какой-то кратер заметить, нет, не видать. Врать не буду. Даже в окуляр этого не видно. Так, хорошо, сейчас попробую еще один дубль, совсем уже высоким, максимальным ISO. И потом буду в нормальном качестве снимать. 15 июня 2021 год, Харьков, 21.59 по Киеву.